В связи с принятием решения Народного собрания Республики Абхазия об отставке президента Республики Абхазия Аслана Георгиевича Бжади и в соответствии с Конституцией Республики Абхазия приступил к исполнению полномочий и обязанностей президента Республики Абхазия. Мною даны поручения всем руководителям органов госуправления выполнять свои функции в соответствии с законодательством Республики Абхазия для сохранения обеспечения жизнедеятельности государства.